Пьяные в кавычках пожары – это 80% от общей статистики чрезвычайных происшествий. Всего на Пинчине произошло 9 пожаров со смертельным исходом. Большая часть из них по вине нетрезвых. Пациентов наркологического диспансера эти цифры впечатлили, как и поучительный фильм. Этот фильм с трагическим исходом. Они все у нас с трагическими исходами. И я думаю, если люди просмотрят этот фильм, то я считаю так, что профилактика пожаров по причине предупреждения от неосторожного обращения с огнем при курении будет уменьшена. Ну и, конечно, если хотя бы часть тех пожаров, которые происходят, и люди, просмотревшие этот фильм, увидят, что это все действительно так печально и трагично, то я думаю, они курить в постели больше не будут. О масштабах алкогольной проблемы говорят и цифры. Всего в стране, по данным МЧС, в огне сгорели больше 1000 нетрезвых белорусов. Пожар и гибель как следствие – курение в постели. В беседе перед кинолекторием работник МЧС Олег Червяковский был особенно эмоционален. Последний фильм, который называется «Цена мгновения», он снят на реальных событиях с реально горе родителями. И с реальной картиной того, что происходит. Некоторые вот так смотришь, выступаешь в трудовых коллективах. Вот сейчас проходила акция, второй этап акции «Не прожигай свою жизнь». То довольно-таки после окончания фильма у многих женщин на глазах наворачиваются слезы. Желающих посмотреть фильм собралось немало, целый зрительный зал. К таким плановым мероприятиям пациенты наркологического диспансера привыкли. Кинолектории – часть воспитательной работы. Когда наглядные последствия пожаров, показанные на экране, более чем убедительны, особенно для тех, кто попал в группу риска.